Сегодня днем на улице Сегетская неспокойно. Стрельба, погони, задержание преступников – это не сцены из нового боевика, а реальное нападение на инкассаторов, которое произошло сегодня здесь, на пересечении улиц Армейская и Сегетская. События развивались следующим образом. Пока один из сотрудников коммерческой структуры зашел в здание за выручкой, к инкассаторской машине подошел неизвестный мужчина и выстрелил в лицо водителю. Случайные прохожие отреагировали на шум и вызвали милицию. Я слышу звук с той стороны. Оттуда люди разбегаются по сторонам, и остальные... бежит человек, и за ним еще пятеро гонятся с пистолетами, начинают в него стрелять. Но они не попадают, крови как бы не было. Они побежали туда за бар, а там без понятия, убили они этого человека или нет. Заметив прибывших на место правоохранителей, трое подозреваемых попытались скрыться с места преступления на автомобиле «Опель». Однако сделать это им не удалось. Оперативники задержали злоумышленников по горячим следам. Была задержана группа лиц в составе 4 человек, которые совершили разбойное нападение на водителя автомобиля, который перевозил крупную сумму денег. У задержанных изъят автомобиль, на котором они передвигались, номера были поддельные, гостеприимные знаки поддельные. Также был изъят пистолет травматического действия системы «Наган». Один из соучастников сбежал с места преступления и направился в сторону Парка Победы, но скрыться ему не позволили сотрудники уголовного розыска. Теперь в отношении любителей шальных денег открыто уголовное производство по статье «Разбойное нападение». А вот пострадавший сотрудник инкассаторской фирмы, можно сказать, отделался царапинами. Его жизни ничего не угрожает. Дмитрий Долматов, Эдуард Шендерович, Новая Одесса.